Леонид Васильевич Карташов родился в июне 1921 года в Оренбурге. С родителями, братом Борисом и семьей тети жил на улице Комсомольской. Жили очень дружно на втором этаже семиквартирного дома. Все помогали друг другу. В каждом письме Леонид передавал привет соседям, друзьям, интересовался, как его друг, сосед Михаил Матяш. Добрый день, дорогие родители. Мама, родные, тетя Тася, Гена и Валя. Шлю всем вам привет и массу наилучших пожеланий. А главное, быть здоровыми. Сообщаю, что я жив и здоров. Мама, ты пишешь, что обо мне очень беспокоишься. Милая моя мама, очень прошу, обо мне не беспокойся. Я получил твои письма от 1 и 10 декабря 41 года. 26 декабря я пишу тебе письмо. Мама, ты пишешь, ранен я или нет? Не волнуйся, война без ранений и жертв не бывает. Был ранен в правую ногу, но уже все зажило. Я снова в строю. Не писал долго писем, потому что попал в плен под Харьковом. Но я оттуда бежал, и снова я честно служу трудовому народу и всей нашей стране. Но насчет погибнуть ты не беспокойся. Меня скоро не убьешь. Бомбы рядом рвались, засыпало землей. Я цел и невредим, и также по-прежнему веселый. Ну уж от Борьки получаю письма редко. Но я писал по 3-4 письма в семидневку. Да, насчет Миши. Я все время езжу и высматриваю. Увы, нет и нет. Я был в том же месте, где и он, но его не встречал. Ну, кажется, все. Привет всем. Крепко-крепко целую. 100 000 раз. Твой сын Леонид. Привет тете Тасе, Гене, Вале и папе с Борисом. В письмах с фронта Леонид Карташов интересовался здоровьем родителей. Переживал за своего брата Бориса. Под Сталинградом братья были в нескольких километрах друг от друга, но так и не встретились. Леонид Васильевич о войне говорить не любил. Только в День Победы немного рассказывал двум дочерям о том времени. Вспоминал своего коня Орлика. Здравствуйте, дорогие родители, папа и мама, родные, тетя Тася, Гена и Валя. Шлю всем вам свой сердечный привет и массу наилучших пожеланий. А главное, быть здоровыми. Сообщаю, что письма ваши получил и открытку тоже. Все вместе. Да, прошли дни с 7 по 21 декабря 42 года, очень тяжелые для меня. 3 раза попадал к немцу в руки, 2 раза свободно убегал из его клещей, но в 3-й раз попался. Даже не думал, что вернусь, но сложилась такая обстановка, что, воспользовавшись замешательством немца, я и в 3-й раз вышел из его когтей, но уже вышел не таким, каким я был до этого. Ясно, похудал. Во-вторых, дошел до того, что волосы полезли пучками. Коня у меня убило, я пробирался к своим пешком. Сейчас нахожусь на отдыхе по левую сторону Володи, в Сталинградской области. Мама, когда я попал в свою часть и подали мне письма, то я пошел в сад, чтобы прочитать их. Я заплакал. Плакал лежа в траве, как маленький ребенок. И все читал письма ночью при луне. Мама, посылаю вам 300 рублей. Купите на них что-нибудь, чтобы было чем вспомнить меня. А лучше всего сфотографируйтесь. Я вот частенько смотрю на папину карточку, которую он дал мне при отъезде и приказал беречь. Она и до сих пор хранится у меня. Ну, кажется, все. Крепко-крепко целую. Передавайте всем-всем привет. Остаюсь по-прежнему стойким и непоколебимым ваш сын Леонид Карташов. После Великой Отечественной войны Леонид Карташов работал на заводе номер 47, эвакуированном из Ленинграда. В те годы транспорт от улицы Комсомольской до завода, теперь это ПО «Стрела», не ходил. Поэтому Леонид Васильевич ежедневно отправлялся на работу пешком. На счету контрольного мастера Карташова было несколько рационализаторских предложений. Дочери Леонида Васильевича хранят в семейном архиве письма с фронта отца и погибшего дяди. Уже после того, как Леонид Васильевич ушел из жизни после 3-го инфаркта, его жене вручили орден Отечественной войны 2-й степени.